А в деле пропажи сотен ценнейших экспонатов Национальной галереи Армении новые подробности. Внучка известного армянского художника Мартироса Сарьяна, Рузан Сарьян, заявила, что пока неизвестно точное количество пропавших эскизов, а потому непонятно, насколько корректно представлена сумма ущерба. Ранее Генпрокуратура страны объявляла, что общая стоимость пропавших картин, гобеленов, графических работ и скульптур достигает 247 тысяч долларов. Наибольшим ущербом фонду выставочного центра Минкультуры Армении. Искусствоведы называют утерю работы Мартироса Сарьяна. Рузан Сарьян, внучка Мартироса Сарьяна, она же директор его музея, знает о работах своего великого предка все до мельчайших деталей. Рассказывает, что пропавшее произведение – это целый триптих, то есть картина из трех частей. Это был эскиз почти в натуральную величину витража для малого зала Ереванской филармонии. Художнику было 85 лет, когда он впервые решил освоить новый для себя вид монументального искусства. Вот этот триптих – это рабочий маленький эскизик. Есть еще эскиз акварельный, тоже маленький. А вот то, о чем идет речь, что это исчезло, размеры 4 метра 45 сантиметров на 1,70 м. То есть это почти в полную высоту или, ну, может, чуть-чуть меньше, чем на самом деле сам витраж. То есть это уже окончательный эскиз, холст маслом, год создания, 65-й год. Теперь возникает вопрос. Там было все три части, то есть каждое полотно 4,5 на 1,70 м, или речь идет об одном. То есть эти 60 миллионов – это одно или его надо помножить на три? Две работы Сарьяна из выставочного центра в 2000-х были переданы в музей художника. Причем, по словам Рузан Сарьян, уникальные произведения искусства уцелели едва ли не чудом. Ведь фонды хранились далеко не в специализированных помещениях. Все это было покрыто грибком, плесенью, многое было просто в жутком упадочном состоянии. Почему этот фонд хранился в таких условиях? Это все восходит к лихим 90-м, когда государственные фонды расхищались, и никто ни за что не понес ответственности. И сейчас, так сказать, вменять кому-то вину то, что было сделано тогда, этих людей многих уже нет в живых, кто все это делал. За свою жизнь художник с мировым именем создал более 6 тысяч работ, говорит главный хранитель фондов музея Софья Сарьян. Около 70 картин пропали еще при жизни великого живописца-пейзажиста. Сейчас потомки выдающегося мастера цвета Мартироса Сарьяна заняты созданием полного каталога его трудов. А потому они пристально отслеживают местонахождение каждого из них. У нас есть цифра определенная работ, которые у нас хранятся. Это 330 живописных и 114 графических. И, конечно же, мы знакомы с цифрами работ в других музеях, нашей картинной галереи и в Третьяковской галерее. Также есть работы Сарьяна в музее Казахстана, в музее имени Костеева. И в других вот музеях СНГ. Напоминает о пропавшем эскизе этот витраж. Центральная часть, созданного художником триптиха, украшает сегодня его дом-музей. Прояснить дело о пропаже более 600 экспонатов Национальной галереи теперь должен Следственный комитет Армении. Сюда, в Генпрокуратуру, были переданы все материалы, на основании которых возбуждено уголовное производство. Лаура Жусубекова, Тигран Галстян, Хабар 24, Ереван.